Самое главное, нам приятно оказаться в такой футбольной обстановке. Мы были вчера, были сегодня, даже когда подъезжали на игру, видели, сколько тренируется молодых ребят, видели, что из себя представляет академия. Можем только по-хорошему позавидовать краснодарским малышам, краснодарским ребятам, которые имеют такие условия. Ну и по игре нам очень нужна была победа именно в турнирном плане. Здорово, что мы ее добились. Здорово, что мы делаем какие-то поправки. Ребята эти поправки принимают, слушают, и мы становимся немножко лучше. Я надеюсь, от матча к матчу мы будем прибавлять.